Суковато. И низковато. Ну и, конечно, когда змеи вот так вот делают... Втроем, конечно, делать гораздо легче. Там меньше тумбур. Так, сумли так. Мы сегодня и по лес с ними летаем, и завтра еще летаем с ними. Ну, да не надо. Что можно поменять и все. То не всегда всем удобно туда. Кому-то, ну, конечно, найти кому-то. Ну, есть флайн склад. Всегда. Не, просто есть подписка. Конечно, что же делать уже? Мы тут уже, знаешь, с Карлом столько всего обсуждали, что я буду просто вырезать звук и все. Или просто возьму звук из предыдущего видео. Только ну, что там? Вопрос то, что они, во-первых, не приходят на брифинг. Это что, собственно, дисквалификация? Ну ты дисканули их, нет? Ничего они не чувствуют. Свинство. Но их не было на брифинге, говоря. Ну да. Мариан, когда мы заходили, она сказала, что там будет. Второй вопрос, они не понимают и не пытаются понять. То есть вот, если их дисквалифицировать или чем-то, они, я думаю, сразу начнут понимать, приходить и все. Да. Нет, ну они не приходят, соответственно, не только к нам будут люди, они ко всем не приходят, это все не могут создать. Не, они почему? Они граунд крыли вчера, там, собственно, вместе с Карлом, по-моему. Да, так говорить. Тогда надо спросить того же Эндрю или кого-нибудь просто. Чем? Ты радовала? Или потом нет? Не, ну мер нет никаких. Ну как бы нет. Можно сейчас говорят, все как бы просить его им там перевести. Не, у них есть переводчик тети. Не считается ли спортивным поведением? Ну, вообще не знаю. На самом деле, в каком-то смысле это так, потому что мы там начать нет, да, если мы проводим сцену, то это нас. Мы не можем ходить на сцену, потому что мы должны бегать искать кого-то. На Андрюку, в принципе, не можем выйти, потому что залетать на поляну нельзя. Как я знаю. Проверим, собственно, на всякий случай проверим. Что хороший самострел был.